Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами на ярмарке в городе Кропоткине. Улица Речная, 6. Ярмарка предновогодняя. Сейчас сделаем обзор, посмотрим, что есть, чего нету. Вот, пожалуйста, перед нами птицы дикие разные. В ассортименте, пожалуйста, кому надо, приезжайте, покупайте. Также можно приобрести к Новому году ель живую, пожалуйста, любые. И вот сразу возле выставки красавцы-попугаи, лазурный и певчий. Также на выставке работает банный комплекс для тех, кто замерз. Работает баня, банщик, веники. Все в свободном доступе. Для подписчиков моего канала парят бесплатно. Вот обнаружил выставочных получехов, как правильно сказать, выставочные, да? Хозяин просит за них по 2000, но сам хозяин отошел, говорят. То есть номер телефона пока вариантов нет. Сейчас попозже найду его. Нет, еще. Фотографируешь. Деньги, наверное, за фотографию. Привет. Здорово. Почем у тебя рисовки? 600. Вот рисовки 600. Там есть молодые. Есть. А зебрики почем? 250. 250. Значит, насчет зебровых, то есть насчет этих рисовых М1. У меня 15 штук на магазин побито, их там осталось, я не знаю. Сколько. Птичка живет в Тихорецке, номер телефона какой? 967. 967. 67. 367. 368. 368. 92. 92. Как зовут вас? Павел. Зовут Павел, обращайтесь. И зебра есть, и рисовки, и волнистые, пожалуйста. Так, дождь собирается, кажется, надо торопиться. Вот обнаружил на выставке монах голубой, калита. Какая цена у такого птицы? Почем попугай? 12 стоит. А можно номер продиктовать, сможете? Вы из Краснодара? Да. Продиктуйте номер, я тут... 8 928. 258 33 93. Пожалуйста, друзья, обращайтесь. Птица холеная, видите сами, с волнистиком дружат. Вот такой вот у него звук. Это чудо, а не попугайчик, ребят. В семью, для детей, да и так для души можно приобрести очень хороший. А давай я твое объявление сниму. Вот, ребят, поросята по 2000. Все. Друзья, вот, пожалуйста, кокарики. В какую цену кокарики? Белка. Подскажите, кокарики, почем ваши? Боря. Сейчас Боря нам озвучит. Зеленый, да? Да. Кто там пролетел? Почем кокарики? Кокарики. 2,5. Вот, друзья, цена 2,5. А карела почем? Тоже. Тоже 2,5, да? Mm-hmm. А белочка в какую цену? Самочка 7. Самочка 7. Алтайская порода. А можете номер продиктовать? Может, кто позвонит, обратиться за этим? Не надо. Ну, на этом спасибо. А вот бабусины гуси. Клетки в ассортименте, ребята. Вот у этого мастера я, кстати, ловушку себе приобрел сегодня. Дома сниму, покажу вам ловушечку для птиц. Будем заниматься ловля птиц. Так, сейчас у хозяина узнаю номер. Если кому интересно, обращайтесь, заказывайте клетки. Говорите номер.
8 918 421 61 41 Вот смотрите, и ловушечки есть, и переносочки. А вот там элитные клеточки, сейчас поближе подойдем, снимем. Друзья, вот стоят клетки, из карага сейчас сделаны. Если кому-то интересно, тоже обращайтесь, номер телефона продиктовал. Видно, да, хорошо. Все, идем дальше. Слышно, Кеннер поет где-то? Не вижу. Все в пакете. Так, цены. Цены не указаны. Канарейки, пожалуйста, самцы, красные. Вот этот красненький с воротничком черным 2,5 стоит. А вот эти темные в какую цену? 2 рубля. 2 рубля. Горелла, забери за 2 рубля. Кролики. В какую цену такой черный? Такой почем? Полторы. Как порода называется? Серебро. Серебро черное. Почем ваш ожерелый? Червонец. Вот червонец. А эти почем, ребята? По штуке. Самочка за 800. Самочка 800, самец штука. Вот розелы на выставке. Скажите, почем розелы? Да ну я ромки обещал. Розелы в какую цену? Что ты хочешь? Почем они? Пара 10 тысяч, да? Тут самец и самка или два самца? Вот видите, обратите внимание, у самца голова крупней, а у самки меньше. Меня просили узнать, как определить. По голове определяем. Голова маленькая, это девочка. У самца большая. Вот видно хорошо сейчас, да? У самца, видите, лоб большой. И щеки у самца белее. Ну, такие, в принципе, отличия. А ваши рисовки почем? 600? Эти 600? Эти 600. А эти? Эти 500. Хозяин отошел. Это я вам озвучил красную цену. Ага, спасибо. В какую цену такие гуси? 1200. А что это за порода у вас? Домашний. Домашний. В какую цену? 500 рублей. 500 рублей, да? Вот такие петухи 500 рублей.
Почем ваши гуси? 4,3. 4,3. Холмогорские. Холмогорские. Ну вот отсюда мой это снег, этот гусак стоит. Видите, лебединый стоит. Угу. Ну, красиво. А откуда приехали? Да наши здесь местные. А местные, кропоткинские. Да. Ну, всегда бываете на выставке, да? Хочу сказать, попугаев мало на выставке. Разы, в принципе, вообще нет. Вот была немножко, снял. Выставочных нету. Там были, но что-то они не очень, я вам скажу. Так вот, курей много, уток, кроликов. Вот такие разные породы кур. Опять-таки, хозяин отсутствует. Породу уточнить нет возможности. Но куры, наверное, красивые. Я в курах особо не разбираюсь. Я в птичках, в канарейках, в попугаях. Вот такие вот у нас предновогодние выставки. А почем ваши петушки? Полторы. Полторы, да. А что за порода это? Каймленные, брамы, золотая каймленная, брама, лаванда и кухенхин. Вот так вот. Узнаете? Я поначалу сразу не узнал. А это, оказывается, куры. Также сегодня много на выставке гусей разных всяких. Вот они шипят. В общем, друзья, вот такого плана выставка. Ожидал встретить попугаев, но попугаев что-то вообще нету. Говорят, ночью разобрали. В темноте. Там кто его знает, может, их и не было. Вот мне удалось увидеть несколько волнистых красивых. Прямо аж на душе радостно. Неразлучники и карелы. Но хозяин отсутствует. Я поузнавал, хозяин пошел, говорят, видео снимать. Вот такие вот волнистые. Здесь фазаны притаились. Сегодня выставка больше подходит для тех, кто увлекается гусями, голубями. Попугаев мало. Канареек тоже немного, но были немножко. Здесь можно приобрести кольца, любой размер, любой диаметр. Приезжайте. Вот обнаружил аратинга. Какая цена у него? Хозяин сказал, слух не буду озвучивать. Потом за кадром скажу. Вот такой красавчик. Ни один.
Друзья, обнаружил неразлучников. В какую цену ваши неразлучники? Неразлучник Фишера 1000 рублей. Вот так вот. Да. В магазине 2800, молодой человек. Молоденькие, да? Молоденькие, да. Угу, спасибо. Вон там еще, видите, даже есть не это, ну, не оперился до конца. Птенчики, как раз для приручения. А? Как раз, говорю, приручать хорошо такой, да? Возраст. Ананас, мандарины. Очень сладкий. Вот. За меня выкидывай. Очень сладкий. И... пожалуйста, к Новому году. Ананасы. Если много, то... апельсины. Здрасте. Юра, как жить? Все нормально. Почем ваши птички? 100 рублей. По 100 рублей. Друзья, вот перед нами реполов. Очень хорошо паруется с канарейкой. Получается отличный гибрид. Говорят, лучше, что даже с щеголом. Это щегол, правильно? Да, да, это щегол. Вот еще кольца, подкладные яйца для голубей, вот для кур. Бывает даже для канарейки, если для М1 бывает. Или можно заказать. Такие вот красавцы пушистые. Также перепела есть, вот номер телефона, обращайтесь. Перепелки качественные, хорошие. Дождь начинается новогодний. Мне удалось сегодня пройти 3 ряда, как никогда. Обычно 1 ряд и времени остается. А сегодня, видите, пустые выставки, пустые ряды. Ну вот машины, видите, место, тут место, там место, очень много места. Все готовятся к Новому году, наверное, не приехали многие. Кто-то уже распродался. Вот крупные голуби. Вот видно. Ну, друзья, кому выставка понравилась, ставьте лайки, пишите комментарии. Начинается дождь, усиливается, вернее, дождь. Так что я с вами вынужден распрощаться. Всего вам доброго, подписывайтесь на канал. Продолжение следует. В январе сниму еще, ну, январскую выставку сниму. Оставайтесь на канале. До свидания. Всех с наступающим.